Это был довольно-таки тяжелый матч именно в психологическом плане, потому что мы с Наташей очень часто встречаемся, очень именно вот в финалах, то на Кубке России, то на Чемпионате России. И каждый раз она все равно пытается менять свою игру и что-то мне новое предлагает. И мне иногда вот тяжело перестраиваться, именно входить. И очень часто я упускаю то начало партии, то середину, то могу целую партию с ней упустить, когда я проигрывала даже не начало, а середину именно. Как бы у всех бывают и начальные розыгрыши, а вот когда я проигрывала середину, я думаю, что сейчас, я говорю, сейчас если упущу, то начнется третья партия, опять будет возня. Думаю, надо просто сейчас немножко потерпеть, немножко в скорости прибавить и самой не ошибаться. А надо держаться и держать и концентрацию, и все до конца. В кулаке себя держать до конца надо.